после того, как я обустроил такое замечательное рабочее место для измерения динамических диапазонов приемников, решил я еще один приемник проверить на вшивость. Вот этот вот Тексан притащил. Вот сейчас займемся измерением. Вот так вот он работает на своей основной частоте. Это его чувствительность. Вот этот мерцающий индикатор. Это как раз будет у нас, как сказать, точка, которая будет у нас соответствовать максимальной чувствительности этого приемника. У нас при этом на входе, смотрим, что у нас на входе, значит, у нас тут получается 96 дБ на шкале, 6 дБ вот здесь вот и 3 дБ вот в этой вот штуке. В результате у нас получается на входе 105 дБ. Вот я это записал, и надо это запомнить, это нам понадобится для вычисления динамического диапазона. Сейчас будем увеличивать уровни и добиваться появления комбинационной частоты. Включением всевозможных регуляторов я добился мерцания показаний на 1 балл, как вот тут вот меня видно сейчас. Это получилось 34 дБ. Примерно на обоих генераторах 34 дБ плюс тут у нас еще 6 дБ и 3 дБ этого. Это получается 43. Вот 105-43, это получается 62 дБ. В общем, он, как ни крути, в районе 60 дБ, чуть лучше. Даже не дотягивается до 70, этот аналоговый Тексан. Такие вот пироги.